Вечер добрый. Находимся в нашей легендарной теплице, которая уже шестой. Хотел сказать десяток, шестой год. Первая легенда. Даже еще без всяких усилителей таких и вставшей. Стена и потолок. Стекло. Тут поликарбонат. Про капельный полив спрашивали. Смотрите, у меня стоит раз емкость. Перелив. Вторая емкость. 500 литровка. И пошла с нее раздача. ПВД трубой. Краны. Тут только шланг надо переделать осталось. И в нее через клапан здесь лягушка. Автоматически набирается вода. Под давлением пошла со скважины под землей. Вон туда. Вон сарай, видите, с лампочкой. Там скважина оборудования. Где будет большой дом стоять. Пока у нас баня вон торчит. Двухэтажная. Гостевая. Так вот, капельный полив. Значит, вода, естественно. Идем дальше. Выходит. О, здесь что-то уже. Не понял. В общем, здесь что-то растет. Вот Алексей нас спрашивает. Здесь она перекопала только что, пока я плитку положил в душевой. Вот здесь ставится контролер. То есть вот вода выходит из бочки. Здесь идет дальше. Вот такой шланг. Если вы покупаете у нас капельный полив, высохли хомутики. Вот. Надо пропустить такую магистраль, так называемую. Эти хомутики попрорвались. Надо покупать лучше всего, знаете, пластиковые для ПНД трубы. Ну, для отопления или для защелкой. Один раз и все. Потом переделаю попозже. Вот такой магистраль делаете. Если у вас H-образная, то надо делать там тройник. И вот она, видите, пошла труба. Ее тут глушите. Ну, второй есть вариант. В том отделении сделано вот так. Кольцом. Памс. И здесь заглушено. Проложили трубу. В капельном поливе есть шило. И просто протыкаете отверстие. И делаете вот такое вот. Одно короткое, то есть рядом какое-нибудь растение. И одно подальше. В следующий раз стоит. Все просто. Сейчас просто пошли шланчики, которые в капельном, они такие жестковатые. Надо их в теплой воде размягчить. Чтобы готовиться, если будете грубо натягивать, можно сломать вот этот вот наконечник. Или на тройнике. Но в основном ломают наконечник. На пике, на вот на этой, на капельнице, так называемой. Вот, такой добрый вечер. Днем не смог снять. В теплице у нас тут свет. Когда бывало, задерживались, когда негде было жить. Вот такое помещение по-хозяйски. 3x3 дверь пластиковая. И вот во втором. А здесь вот я сделал трубопровод. Такое, с кольцом. Тема, видимо, сидерат внутри Алексея тут. Да, рассказывал, вот железные ставил, зря сделал, ну, стоят и стоят, нравится. Плитка, но видите, она соль выделяет. Здесь бетон. Купил краску, покрасили, видимо, не те условия. Надо почистить и купить другую краску по бетону и по новой покрасить. Ну, сейчас уже не важно, сейчас сезон начнется, не до этого. Ну, вот так это все выглядит с улицы. Вот такая теплица. 4 метра сюда, 3 метра предбанник, 4 метра сюда. Ну, шину греет. Вот такая у нас теплица. Ну, все, всем спокойной ночи. Все отлично. Пока ты на полю, думаю, все ясно. Ничего сложного нет. Контроллера вот. Скоро буду устанавливать. Пока еще рано. Все лежит на зиму. Рекомендуем снимать, потому что корпус пластмассовый. У меня были случаи, хоть и воду продувал, но вот здесь, видимо, остался, он вот так выпался. Корпус прям выпался. Такие вот дела. Поэтому на зиму проще снять, открутить гайки, снять его, вытрясти воду, продуть. Ну, тут, видите, просто открывается, закрывается. Ну, вроде бы все. Сейчас еще порядок, видите, не навели. Грядки прогрели, на обогреве стояли. Все нормально. Все отлично.